Наступил уже июнь 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель 56 переменных звезд и 10 кандидатов планетарной туманности. Автор собственной научной статьи об открытии исследований мной одной из переменных звезд. Я нахожусь в поселке Южный Москва Приморского края, на своей малой родине, в побережье Японского моря. Я вынужденно скитаюсь 23 января 2017 года из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, в коммунальной квартире по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. Я прошу помощи у неравнодушных людей. Пожалуйста, помогите мне продать мою комнату, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, в котором смог бы безопасно и беспрепятственно проживать, заниматься наукой астрономии и подготовиться к поступлению на обучение на астронома в университет. Все мои личные вещи, все мое астрономическое оборудование осталось в моей комнате. Я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Пожалуйста, помогите мне в данной моей тяжелейшей жизненной ситуации, чтобы она разрешилась благополучно для меня, для моей мамы и для нашей старой кошки Пани. Я имею хронические заболевания. Я страдаю пороком сердца, заболеванием крови, суставов и бронхов. Я очень страдаю в данной тяжелейшей жизненной ситуации. Я очень страдаю в скитании. И состояние моего здоровья не улучшается.